На специальном стенде детские рисунки. Именно семья должна стать убежищем от стрессовой депрессии, а не улица или интернет. На одном из первых мест проблемы, связанные с учебой. Это может быть как единый государственный экзамен, так и первая двойка, которую получил круглый отличник или отличница. Отнесись к этому как к ожидаемой неудаче, потому что мы не будем замечать хорошего, если у нас не будет плохого, например. Поддержать, узнать, в чем дело. Там голова ли у него болела. Помочь, подбодрить путем своих примеров, что же будет дальше. Один из юных авторов изобразил пикник, поездка на природу, как вариант смены обстановки. При этом с детьми или подростками необходимо поддерживать доверительные отношения и быть готовыми в любой момент обратиться к специалистам. Один из организаторов городского родительского собрания, муниципальный центр диагностики и консультирования, который работает как со школами, так и индивидуально. В зале родительский актив, также педагоги и психологи. На повестке дня вопрос формирования жизнестойкости юных анапчан. В городском управлении образования считают тему одной из наиболее актуальных. Что же нам с вами делать для того, чтобы нашим детям в этом мире, очень непростом, сложном, на сегодняшний день мы с вами знаем, сколько сложностей, но чтобы им было комфортно, чтобы им было удобно, чтобы они были любимы, чтобы мы их слышали. Одна из причин, по которой ребенок или подросток может чувствовать себя не в своей тарелке, увлечения, навязанные родителями. Нередко они доигрывают или начинают заново сценарии, которые не удались в их жизни. Так может появиться, например, посредственный финансист вместо хорошего астронома. Родителям рекомендуется наблюдать за детьми и поддерживать их конструктивные увлечения. Он родился талантливым. В какой сфере он талантлив, мы должны увидеть, а не погасить этот талант и развивать именно те возможности, которым он был с рождения, дарованы были ему, а не те, которые хотим видеть в нем мы, родители. Не переделывать, не переламывать, не перемалывать, не делать из семьи, из воспитания мясорубку. По словам Марии Бессоловой, школьные педагоги видят ребенка или подростка не реже, чем родители. Они вовремя могут дать понять, что у школьника есть те или иные проблемы или вопросы. Ответы на них он будет искать в обязательном порядке, чаще всего в интернете, где есть как правильные решения, так и явно нежелательные варианты. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.